собираемся, допустим, у вас не получилось сделать экспас, он отдохнул хавгард, да? Когда в хавгарде, вам нужно стараться пытаться колено, да, вытащить либо так, либо нужно подниматься на ноги и вытаскивать его колено. Давайте самый простой вариант сделаем. У нас, допустим, получилось вытащить колено наружу, но у него есть захват в хавгарде. Вы делаете бокстеп, раз, снова чуть освобождаете ногу, отсюда вам нужно сесть на ногу. Колено опять уходит под него плечо. И то же самое, что вы делали, вы забираете спину. Раз вы поклонили, делаете бэкстэр, отъезжаете чуть больше расстояния, садитесь в маунт, ныряя, снова головой, купу-купу, забираете спину. Да, если там не сильно держит, вам нужно прямо подняться на него. Подняться, провалить можно. Сам. Ясно. Получается, если колено, надо будет подниматься на ноги. У вас есть захват, да, встаете. Давайте, раз, два. Здесь и здесь я встаю на обе ноги и эту ногу проваливаю внутрь. Тогда без бокстепа просто сажусь. Та же самая позиция получается.